Мост через Керченский пролив подорожал. Глава российского Минтранса оценил строительство объекта в сумму 50 миллиардов рублей. И это минимум. Таким образом, стоимость моста выросла вдвое. Мост через Керченский пролив подорожал в два раза. Теперь стоимость проекта оценивается уже в 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов. Месяц назад ведомство заявляло цифру в 50 миллиардов, а еще раньше говорили про 24 миллиарда. От 150 до 200 миллиардов рублей такова будет стоимость Керченского моста, сообщил зампред правительства Казахстана. Стало известно, мост через Керченский пролив обойдется как минимум в 200 миллиардов рублей. Такую оценку дало Министерство регионального развития. Керченский мост построят за государственный счет. Стоимость оценивают 250 миллиардов рублей. Мост через Керченский пролив напрямую свяжет Краснодарский край с Крымом. Финансирование строительства Крымского моста фактически прекращено. Последний раз деньги поступали в декабре прошлого года, сообщает издание Forbes.